друзья, к сожалению, Дедушка Мороз не сможет развести. Мне, кстати, до сих пор смущает вопрос с колдовой полеткой. А где она изучается? Что будет на них пойти, попробовать? 300 колды и пробуй. В этом полуострове адского пламени. А, где это? Ну,
250, но могут 300. Хотя, возможно, это хрень, на которой мы бегаем, летает. Но это не точно. Попозже соберем. Полезных символов есть символ когтя. Нужен, нет? Нет. А для паладина ничего нет. Все. На жреца тоже ничего нет. У меня есть ментальный крик и слово силы щит. Скажи, здравствуй, все, спасибо, до свидания. О, символ потрошения же классный, да? Ну, символ света небес тебе, по-моему. Вот, символ ухода в тень будет наступить. А у меня... По-моему, 90. Ну, мне 100. Чуть-чуть. Чё, мы регнем или нет? Я могу делать себе символ. Только у меня нет чернил. Так. Саша еще на работе. Вот. У нее 55 уровень. Я, наверное, сейчас вот, если успею, доделаю квест на Треньку. Потом, наверное, надо будет ее как-то подтянуть. Я, наверное, пойду вперед в плане качу, потому что у меня не будет около 4 дней. Угу. Что там, он подтвердил, нет рек? Да, мы хила ждем.
А я как раз приду после работы через 4 дня. И вы меня пойдете одевать, потому что будете уже одеты. Классно. Я не знаю, как так вышло, но я на своей тронулетке под водой плыву. Че ты вырубил? Ну уже. Все равно забавно было. У меня трава под водой. А хрень-то в том, что я не друид. А я же умру, если у меня дыхания не хватит. Обязательно. Пусть духи хранят тебя. Ты кто вообще? Свидимся. Как поживаешь? Сейчас я к вам присоединюсь, если не сдох. Thank you.
Какой посох прикольный, со второго босса падает на друида. Красивый, да. Аура коня. Срочно врубать сразу. Я пока не могу использовать эту способность. Вы заметили эту реакцию? Нет, сразу. Только я вкачал коня, сразу друид заметил. Он просто бдел за тобой. Ну это пиздун. Ух ты! Всякая херня падает на друидов. Фу. Где таких откармливают? Чё? Ну это фильм такой есть, Майор Пейн. Там этот Верзила приехал.
И Пэй такой, ух ты, ох ты, где таких откармливают? Чё, кстати, как насчет кинотеатра? Какого? Ну помнишь, фильмы смотрели? А, я давно смотрел последний раз с ними. А так я всегда за... Смотрите, как изи начал этот... Вайн. А у рука не обрубаешь и все. Вечная тема. О, правая рука бисовая. Просто бисовая, смотри, ландыши такие. Ой, бля, это стрелки из Алго. Пользовать эту способность.
три петушара побежал жаловаться. Челиков позвал. Они сильные? Их просто отвернуть. Там еще сбоку патруль. Вот этот вот. Мне нравится, как они дух испускают под нашим гневным натиском. Ты в два окна, что ли, сидишь? Кто? Денис. Да. Он это любит. Ну надо же как-то эту Сашу подкачать. Мне интересно, вот этот босс на Луну отправляет танка? Нет, он сейчас притягивает тебя типа, обратно. Сейчас потестим. Угарный такой. Опа! Чардж великого медведя. О! А, ну это не на меня. То, что в воздухе сработал чардж, это круто. Он бы тебя все равно не откинул до конца, он бы тебя притянул. Не, ну это хорошо. А то... Помню, как-то раз не ожидал, он откинул и не притянул. Просто на Луну отправил. Ну да. Но потом я варом уже чаржился обратно. Где там дерево? Ничего себе, удар по почкам. Где дракон? Боишься, сволочь? Не достаю. Слишком далеко. А шо они ливают? Дракона не бьют? Наверное, не знает. Или он может не работает? Работает. О, второй раз. Ну нам чё, лут же должен быть. Так, чё, с огня выводить или чё там надо? Не надо ничего выводить. Не работает. Вон, видишь, лужи какие-то. Там огонь. Ну, давай останусь. Ишь. Исчезло. Кустать. Ишь, урон нет.
Урона нет. Ну, трудучок. Видимо, все. А, трудучок. Смотри, о, какой посох. Вот это надо мне, да? Так, перчатки с СПД, отлично. И квест, кстати, полутайте в боссе. А, не ливайте, я из инста хочу выйти здесь. Спасибо. А письмо тут тупо сдать, да, в Тралмаре? Видимо, да. О, нормально, сейчас опыта будет. Привет. Блин. Не мя булды. Выхожу, короче, из инста. Держись подальше от Вуду. И оказываюсь в Эргримаре. Классика. Ох, аура коня, когда я поглощаю километры. Класс. Пусть. Пару минут и еще раз регнем. Это вопрос, если что. Я, в принципе, не против. Тем барахлишко продам. Thank you.
62-го гробницы маны начинают. Какой кошмар. Так, сколько тебе там на полетку осталось? Мне 150. У меня, короче, есть 66. Че, скинемся? Ралхол. 34. Угу. Еще 20, еще 50 надо голды. Еще ппшка, еще хлам продать, и нормально будет. Что тебе нужно? Сила и честь, друг. Вечное солнце направляет нас. Сейчас я квестик сдам. У меня солнце. Приветствую. Главное. Оказывается, если продаваться через Аргримар, там при входе еще квестик один есть. Два. Я сейчас подойду. Просто моба вбить, изи опыт. Они воскрешаются, убил, сразу воскрешается. Думаю, что кто-то хилил. Да не, я просто пока через портал добираюсь до этого штучки, где еще квестик. Кстати, я еще два взяла. Там же их сдам, и все. Легко на меня напали солдаты, я сейчас умру. Вот, а есть люди, которые знают все такие легкие квесты, которые взял, сдал, и все. Быстрее качаются на квестах.
Как-то я упустил момент, когда меня решили спешить мобы и убить. Я пока не могу использовать эту способность. Спустя почти полчаса я почти доехала. Вот, кстати, а друидам-то топчик. И мне нужен маунт. Это да. Мне все больше и больше нравится эта цепочка с «поговорите». Чего? Да я просто поговорила и получила кучу опыта. Че, регаем? Мы, кстати, инст не покинули. А это обязательно делать? Ну фиг знает. В кого РЛ пробуйте регнуть, посмотрим. Обязательно нет. А, что? РЛ тут не обязательно. Ну его. Сашу очень легко качать. Я вот оставил АФК бить моба в мишке. На два уровня выше ее. Завалило фул хп. Хорош. Я, оказывается, еще до этого не обучилась езде. Так, ну, мне вместо 250 нужно 237 здесь заплатить. Так, а сколько стоило до 100% скорости увеличить? 47, но у меня сейчас 60 как было. Надо бы мне тоже скачать. В смысле, летаешь 60 или как? Или ездишь? Ездим. Там надо на 20-м, а на 40-м. Я на 20-м качнула, а на 40-м что-то не качнула. Тканевые перчатки выбил. 21 СПД, 27 духа, 18 интеллекта. Да продай. Чё-то. Мне кажется, тут зафармить квесты вообще Unreal. Если с кем-то нормально должно быть.
Я решила покрысятничать. Офигеть, просто как же быстро резается. Чем могу помочь? Да хранят тебя предки. Вот первый пошел. Я когда первый раз тут качалась, сюда приезжали алики, валили нас. Это было очень страшно. Потому что было не у кого попросить помощи. Береги себя. Я так смотрю, они вроде не трогают. Sargon.